Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, ОЛТВ, Плеймарк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классная рубрика, потому что я буду играть за аниматроника и мочить пацанов. Если хотите кушать, приятного аппетита, мы начинаем веселиться и поднимать вам настроение. А пацаны будут страдать. Я вас слышу, вы слышите? Нет, пока что. А вот теперь да. Вот. Слышим. А вон смотрите, он. Пока вон, да. Ползет. Ползет какой-то. Это зеленый. Бежит. Испугали. Ну блин. Я в маске. Фредди, а ты видел здесь охранников? А они в туалет убежали. Блин. А, нормально, он не... Ай, ты... Надеюсь, вы уже влепили лайкосики, подписались. Мы записываем ролики каждый день. И вот такие вот угарды, которые вы будете сегодня наблюдать. Ну, прямо сейчас. Что? Ты... Ты же... Блин, успели, я в стол ударился, жирный, камон просто. Ребят, настроение просто отличное, блин. Прикольно, да, анимация у него это при воплощении? Ой. Испугался. Испугался? Очень. Когда на меня трехметровая идет. Я даже слышу, как твоя мама говорит, бойся. Молодец. Как? Попугайчик. О, попугайчик. Давайте его погладим. Давайте. Гладим попугайчик. Блин. Бежим. Я пират Фокси. Эй, не стреляй по новым ногам. Да вы дверь поломаете, это понимаете, на прокат, бро. Ну да. Тихо. Не достанешь. У меня аккумулятор сел. Точно? Быстрее. Сейчас вы издеваетесь, да, надо мной? Сейчас, подождите, аниматроники разойдутся. Нажми кнопку, там на животе кнопка есть. Так, пацаны, помогите его вынести. О. Что вы сделали? Зачем вы включили его? Иди давай отсюда. Подожди, я знаю, что надо сделать. Быстрее. Да, да ну... Не успел. Я же сказал, вы зря недооцениваете меня. Я очень злой. Денег, я сегодня буду отрываться за все разы, которые вы надо мной издевались. Да блин, мы аниматронику хотели денег дать. А да, он нас убил. Купить. Идиот. Да идите вы нафиг. Так, а где еще? Ага. А где он? Я не пускаю охранника, я здесь загородил ему путь. Да я Фредди, я не охранник, ты че? Я спалил тебя, ты при мне маску одел. Слушай, может договоримся, у меня деньги есть. Хорошо, давай. Это так не работает, я псих. Так, ребята, пора повышать ставки. Я думаю, что уже можно и потроллить их. Что вы будете делать? Ну, будем смотреть, как ты стоишь за углом на камере. Ах ты говно, вы меня видите? Пора вас у всех замочить. Да блин, я не могу на контры лазить. Все, тихо. Он меня не видит. Как это я тебя не вижу? Ты вон за телевизорами сидишь. Выходи, подлец. Я тебя вижу. Выходи, чебаракасы. Эй, больно. Все. Следующий левел. Они меня очень сильно разозлили. Я к ним хорошо еще относился, поверьте. Это еще было хорошо. О, это добрый. Здорово. Прикольно, да, звуки издают? Да. Нормальный? Вам нравится? Да. Да. Что ты тут? Да, куда побежал? Закрывайте его. Закрывайте его. Это наш питомец. А чё? Закройте.
Ты закройте его. Все, вы меня не выпустите, типа? Да, наш питомец. Ай, больно! Это вы чего? Ай, да больно мне, ну что вы делаете? Из своих убежал. Эй! Откройте двери! Мы на ключ закрыли, все, ты не выйдешь. А я же маленький добрый, я хотел к вам нормально относиться. Ты наш питомец, все. А, вот так, да? Ой. Да все, выходи, мы тебя... Это был пранк. У меня есть один пранкер, который вам сейчас поможет. Надо. Ай, хорошо, хорошо. Ребята, ну все, вот теперь следующий левел. Вот это у него скоро, согласны? Ну, это читер. Смотрите, как я могу. Здрасте. Здрасте, а я... Я убегаю. Ой! Ты что, думал убежать от меня? Беги. Так, открываем охоту. Это гусанёк, да? Так, тихо, не мешай. Гусанёчек. Хотел гранату кинуть, я видел. Не получится. Так, подожди, а где он? Опять ты здесь. Так, подожди, что, не нашел меня еще до сих пор? А ты что, убежал? Да. Блин, вы меня спасать идете или вы там умираете? А ты еще тут, ты не убежал еще? Да, а я... Так я вообще не в офисе. Ну, ты, вот ты! А я слышу запах дерьмища. Это гусанёк уже там настроил. Как нечестно. Вот так. На, лови, понюхай, покушай. Да беги! Это что, у нас сейчас война начинается? А не теперь знаю. Точно пошло. Битва, ПВП, аниматроники против охранников. Понял, принял. А, блин, меня зажало. Ай, больно. Кстати, обратите внимание, я не вижу своих жизней. Я вообще не знаю, у кого сколько жизней и кто где находится. Все по-честному. Ай, ой. Да блин. Ой, свою замутил. Молодцы, пацаны, я рады, что вы очень классно играете. Спасибо, Саня. Не за что. Я буду тяжело в теле. Он бежит. Я вижу, как вы друг друга жгете. Иди сюда. Ого! Вы чё гоните? Вы чё? А, вот так, да? Да ну блин. Не получится, пацаны, аниматроники всегда сильнее. Не, сейчас я такое возьму, ты офигеешь. Да чё так громко взрывается? Идёт самое сильное оружие. Да блин. Ах ты. Ой. Да ну твой. Мне нравится, какие вы очень умные люди. Почему оно вот... Что? Ай! Убили! Одного аниматроника слили. Хорошо. Я вам поддался в этот раз. Давайте, пацаны, я готов. Давай, мы идем за тобой. Так, лови подарок. Это пирожки. Это блин! А ну блин! Нежданчик? А мы специально подались. Он за углом стоит. Все, он не пройдет. А вы чью камеру тут видите? Вы ж не знаете, где я. Кстати, реально. Ай. Да куда ж ты лезешь? Нет, там, где я нахожусь, камер нету. Он в туалете. Да, он в туалете. Ну ты чё один? Я в мадамском. Отойди, Саня. О, красная граната! А, помогите! Ну вас нафиг, вы какие-то неадекватные. Не бросай, она там взорвется в этом воздухе. Я понимаю, давай. Смотрите, они там еще договариваются, чтобы меня замочить. Но у вас ничего не получится. Получится? Нет. Да. Ты видел себя в зеркало? Ты некрасивый. Ты не сможешь ли убить. Он тут. Ну блин. А ну подавить. О! Что я своей головой сделал? Смотри, смотри, не убивай. Да блин, я вам хотел показать кое... не хотите, да, по-хорошему? Только да. По-плохому, да, хотите? Да. По-плохому, да.
Ну шо, где ты? А он боится. Он там. Пацаны, со всех орудий. Ай, ты по себе стреляй. Ай. У меня нет прицела, как я убивать вас по прицелу только могу. Я не знаю, как вас убивать. Так, чекаю по нику, где он? Вы не знаете, где я? Ай, граната! Его нигде нету. Он спрятался. В туалете? Не знаю. Да я вот тоже не знаю. Я вот хожу тут по залу, пытаюсь его найти фонариком. Ай. Где же ты? Где же ты? Чё? Мой родной. Сидит. Я да, а в туалете. Да в каком именно? Да где? Ребята, это угарно, мне нравится. Как же давно не играл за аниматроника? Если вам нравятся такие рубрики, где я над пацанами издеваюсь, напишите, нам нравится. Я буду еще и так делать. Ах ты, блин. Я-то все время стоял за дверью. Просто за дверью стоял. Серьезно? Да. Сейчас ты где? Прицела нет, как же тяжело играть так. Да ты... Ай. Я знаю, как надо. Как? Я беру специальное оружие. А, я понял. Так он там, он там. Да он опасный очень. Я очень опасный. А, это ты, блин. Не бросай, не бросай, не бросай. А вы умные, я вижу. Мне нравится ваша компания. Компания? Компания. Слышь, ты с дубинкой, ты че ходишь? Я вижу невидимку. Ты через стены просвечиваешься, еще даже лучше тебе видно, чем обычно. Ладно, не буду вас сильно мочить. Эй, пригвождатель свой, знаешь, куда засунь? Кстати, у этого аниматроника очень много жизни, надо другого мне взять, это читерски. Ну вот, учите. Ой, о! Да это не тот! Да это не тот! А! Эй, больно! Что со мной? Туда. Я к ним со всей душой, а они... Мне гвозди еще не сошли, да гвозди не сошли, что ты делаешь? Пацаны! Я самый злой. Это самый последний левел моей злости. Вот так, понимаете? Все. Шутки прочь. Так, Алтове, давай тогда на самый последний левел сложности. И злости тоже. За углу стоишь, думаешь, самый умный. Он слева. Все, 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 все. Ты... Я когда меняю свой скин... Он себе хп восстанавливает. Да, это потому что самый злой аниматроник. Вот давай тогда насчет три будем этот, вдвоем. Раз. Ой. Надо и гранаты, и монетки, и всем чем угодно. Да, гранаты то... Ой, короче, да. А! Насчет... Что со мной? Меня глючит! Подожди, надо кинуть... Стой, надо срочно... А, я жопу нюхаю! Ой, это что случилось? Есть! Есть! Я вырвался. Ай! Все, туда его. Да блин, ну. Самый последний сложный левел, который вам сейчас предстоит. Смотрите, теперь я буду невидимым и очень быстрым. А! Да вы че издеваетесь? Да так нечестно! Честно? Опа. Стреляй по нему. А где он? Вон он. Эй, вы смотрите. Да сколько можно издеваться надо мной? Ну ты над нами издевался теперь, мы над тобой. Да не надо издеваться надо мной, пожалуйста. А мы будем. Не надо. Теперь я вышел на охоту. Ты где? Откуда ты появился? Вот такой я человек. Я буду теперь вас мочить бесконечно. Ай. Ах, он подлез. Ой, блин. Хорош. Хорош. Уходи оттуда! Ох ты, это что было? Пацаны, простите, это ничего. Ради наш... Это ради же нашего блага, он здесь, кемперит нас. Где он? Отлично. Вы должны меня убить, я вас верю. Я понял, где он.
Вот, смотри, где я. И убежал сразу. Почти. Почти? Не считается. У меня план, как тебя поймать. Ай. Все, пацаны, отойдите оттуда. А где стой? Попытка хорошая, пацаны. Ах ты. А что так громко взрывается что-то? Ничего не понятно. Где он? Он тут. Ах, вы так прикольно друг друга убиваете, мне это очень нравится. А чего умираете? От оружия. И оружие можешь нормально использовать? Не умеешь? Вообще не делай этого. Приглаждаю всех, кого вижу. Да. Ребята, напишите в комментариях, кто сегодня был жестче, охранник или аниматроник. Мне кажется, что было наравне. Или, мне кажется, все-таки охранники были сегодня более шизанутые. Более психи. Это было мощно. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.